приза на сцену приглашается заслуженный мастер спорта, двукратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира, восьмикратный чемпион Европы, трехкратный чемпион СССР, обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Александрович Фетисов. Пару слов, пожалуйста, Вячеслав Александрович. Много титулов мне присвоил, которые не завоевал. Я всего 7 раз чемпионом мира был. Во-первых, большая честь быть сегодня здесь, в этом зале, в присутствии президента Международной федерации хоккея, поприветствовать величайших хоккеистов, их жен, подруг, которые вместе с ребятами переживают, болеют за результаты команды. Ну и, конечно, особая радость поздравить питерский СКА. Все-таки впервые в истории клуб стал чемпионом, обладателем главного трофея нашего хоккея, Кубка Гагарина. Поэтому поздравляю вас. И зная, как колоссальный объем работы был проведен, с уважением. Ну и, конечно, мой родной клуб, в котором я вырос с 10 лет. Клуб, который основал великий философ, практик, теоретик Анатолий Владимирович Тарасов за долгие 26, да, Дмитрий Николаевич, лет, стал чемпионом, выиграл первый трофей. Команда показала тот характер, который присущ команде ЦСКА. Я, в общем, конечно, рад и поздравляю всех. Желаю дальнейших успехов. Ну, не знаю, конечно, номинация, она такая интересная сама по себе. Мне кажется, сегодня в мировом хоккее роль защитника поменялось немножко. Они очень активно играют не только в обороне, защищая свои ворота, но и в атаке. Поэтому роль атакующего защитника, она приобрела сегодня определяющую роль. Надеюсь, в этом направлении будет развиваться наш хоккей. Мы должны мальчишек с самого раннего детства учить играть, не только обороняться, но и играть в эту игру замечательную. Поэтому для меня особая честь вручить приз. Пришло время вскрыть конверт, Вячеслав Александрович, и кто на сей раз? 99% в зале даже не догадываются, кто. Удивительно, приз лучшему, кто забил больше всех, скрывается в конверте, конечно, интересно. Но немногие знают, что Радулов тоже поигрывал в защите в этом году. Надо было ему тоже дать его. Тем не менее, Кирилл, говорят, в этом году побил какой-то мой рекорд. Да, Кирилл? Было такое? Кирилл Кольцов. Салават Юлаев. Добрый вечер всем. Очень волнительный момент для меня. Хотел бы сказать, что я счастлив второй сезон подряд получить эту номинацию. И хотел бы сказать спасибо всем партнерам по команде, всей организации «Салават Юлаев» и, конечно, болельщикам. Но самое главное, мое самое большое спасибо, конечно, моим самым главным болельщикам, это родителям, жене и детям. Но я бы хотел сказать еще, как вы все знаете, совсем недавно ушли из жизни два великих российских тренера, с которыми мне довелось проработать не один успешный сезон. Валерий Константинович Белоусов и Сергей Михайлович Михалев, которые многому меня научили, особенно Валерий Константинович. И эту выигранную мной награду я бы хотел посвятить им. Спасибо им за все, светлая им память. Спасибо, Кирилл, спасибо, Вячеслав. Поздравляем.